Привет, ребята! Перед началом видео хотя бы посоветовать вам один прикольный сервак в Гаррис Моде. Погрузитесь в ролеплей мир Звездных Войн на сервере Гаррис Мода Starfront. Быстрая загрузка с нуля за 1.5 минуты. Кастомный HD-контент и оптимизация на сотню игроков без лагов, а также каноничная республиканская демократия. Игроки сами строят игровой процесс. Ссылка на группу ВКонтакте по серверу в описании. Заходи обязательно, чувак, не пожалеешь. Ну что, ребята, всем здорово, добро пожаловать на новую серию прохождения Portal 2. Как видите, я тут уже все так хорошенечко обдристал. Достаточно сложная попалась загадка, но я, в принципе, так придумал, как ее можно решить. Не знаю, получится, не знаю, не получится. Кстати, здесь такой достаточно прикольный момент был. Можно, короче, был кубом выбить вот эти стекла, которые здесь были. Прикольно сделано, очень прикольно. Так, ну ладно, поехали. Сейчас попробуем кое-что здесь реализуем, если получится, конечно. Так. Да, что ж такое? Ну, в принципе, можно попробовать и так. Так, стоим на месте, ничего не делаем. Летаем. Блин, скорость потерял. Не знаю, получится, не получится. Сейчас посмотрим. Мне кажется, должно получиться. Короче, получилось у меня. Сейчас покажу, что я сделал. Так. Сейчас, получается, я забираю куб. И сразу жму влево, и, соответственно, падаю в элеватор, так сказать. Поехали. 3, 2, 1. Все, получилось. Отлично. Не знаю, так это проходит или нет, но в любом случае я прошел, чуваки, это отлично. Вопрос, почему? Главный вопрос, почему бы и нет? Почему наши исследования так опасны? Почему бы не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет, Испытание, все в порядке. Какой да, злой, а? Собите свои вещи на выход, парковки, машину, прощайте. Да. Ну какой-то уж слишком злобный чел, я не знаю, прям. Рили очень злобный. Поздравляю. Кстати, Бориалис я все-таки пропустил. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать сырой продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Кэролайн. До свидания, Кэролайн. Она просто золото. Скажи до свидания, Кэролайн. До свидания, Кэролайн. Ну там уж. До свидания, Кэролайн. Так. Вопрос. А, все, понял. Вопрос исчерпан. Так, ну, блин. Сорян, чуваки, конечно, что я пропустил Барей. Да. Там такая небольшая отсылочка на него была, так сказать. Даже не то, что отсылочка на него, а конкретное место, где мы могли его увидеть собственными глазами. Но, к сожалению, бросал я этот момент. Что поделать? Так, ну окей. Давайте пока вот так. Угу. До оттуда я не допрыгну, к сожалению. Вообще никак. Так, сорян, чуваки. Горушка, так сказать, першит. Поехали вот так вот. А, подожди, не получилось. Ёптель-муптель. Так, ну-ка еще разок. Ставим вот туда и вот сюда. А, блин, твою мать, опять кое-что. Эй. Вот сейчас должно получиться. Внимание. Оля, оп.
Да. Бинго. А это что такое? Красный гель. Синий гель. Включить. Эх, обидка. Не увижу я Барай, к сожалению. Да, красота. Блин, вот эта картоша, она может быть где угодно. Куда мы вообще идем? Я понимаю то, что надо найти картошину. Или не надо находить картошину, черт ее знает. Короче, он не важен. Пока просто идем. Не знаю куда, но идем. Так. Здесь нам нужно влететь, как я понимаю, прямо... Ну-ка. А, нет, подождите, вот она, пасхалка-то самая. Слушайте, я все-таки не пропустил, оказывается. Просто там в комментах написали, что типа я пропустил Барей. А оказывается, нет. Вот он. Нет, подождите, это не он. Вот отсылочка. Я просто когда видос смотрел, да? Там такой видос дерьмового качества был, я подумал, что вот это Барей, это оказывается стена обычная. Ну, там реально прям не разобрать было. На самом деле, вот отсылочка на Барей, чуваки. Вот этот вонючий круг. Да. Ну и вот эти круги, которые валяются там, типа спасательные, да. А самого Барей, конечно же, нету, потому что он находится в Арктике. Ну, если у вас жалко. Аллергия на арахис, скажите об этом сразу, поскольку в ходе этого испытания ваша кровь может временно превратиться в арахисовую воду. В случае успеха придется учредить новый вид Нобелевской премии и вручить его нам. Так что, если у вас аллергия на арахис, скажите об этом сразу, поскольку средний мужчина на 60% состоит из воды. Мы считаем это нерационально. Если во время следующего теста вы почувствуете небольшую сухость, не переживайте. Мы попробуем снизить эту цифру до 20-30%, используя реактивные двигатели. Прекрасно. Нас ждет небольшой эксперимент по телепортации. Однако он удается не... Ага, вот она что. ...с типами кожи, поэтому запомните, какая кожа ваша. Если она не телепортируется вместе с вами, то потом мы попробуем пришить ее обратно. Нас ждет небольшой эксперимент по телепортации. Это он случайно... не про эксперимент с Бараем как раз-таки, когда он телепортировался? Не? Нет, не он. Не знаю. Он не он. Может, как раз таки и сказал про этот эксперимент. Короче, ладно, неважно. Так, короче, нам нужно попасть вон туды. Как нам это сделать? Давайте смотреть. Для начала попробуем, давайте прыгануть вот сюда. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно... Черная меза, это заебись. Это сила. Как сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Блин, какой ты злой, а? Не то, что даже злой, а какой ты мудак. Просто мудак. Ты просто мудак, чувак. Возьмите номер. Прикольно, конечно, но куда идти-то? Я думал, выход здесь находится, но что-то нет. Что-то его здесь нету. Блейд. Провальный блейд. Control room. Нам надо попасть на тот этаж. Повыше нам, короче, надо попасть, чуваки. Так, туплю, походу, опять. Что-то не вижу. Ничего. Так, окей. Миссион комплит.
Слушай, ты хорошо умеешь убивать. Ты не можешь, убить эту птицу для меня. Нет, не могу. Ой. Ай. Спасибо. Ой. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Да. Я не могу передвигаться, а я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если только ты не собираешься отпилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело, а я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Пиздишь, опять пиздишь. Врешь. Ты ударил меня. Что с тобой не так? Погоди-ка, у тебя есть мультиметр, неважно. Что это за дерьмо? А, понятно. Я просто смотрю, какая-то красная кнопка и такой звук неприятный, я подумаю, что какая-то система самоуничтожения, я не знаю, включилась там. Или что типа того. Если буду слишком много думать, эта картофелина поджарится раньше, чем у нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который собирается устроить этот маленький идиот. Маленький идиот. Что-то мне кажется, это не прокатит, хотя... Ага, нет, прокатил, смотрите-ка чё. Отлично, просто отлично, чуваки. Воссоединение. Было, пока я была без сознания. Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Погоди, а кто? Каролайн, подарочные сертификаты готовы? Так точно, мистер Джонсон. Почему я? Это кто? Да что тут вообще происходит? Вот тут-то, чуваки, я и должен был, так сказать, догадаться, то, что Каролайн это и есть она. Но я не догадаюсь, потому что вы все заспойлерили. Бан! Всем бан! Бан! Вся их забанит! Так, ну-ка еще разок. Бен. Тут. Нет, подождите, я опять не то сделал. Адрес-то все хорошенечко. Ух! Пропоносимся. Все, я думаю, хватит. Так, ну что? Все. И окунулись мы, чуваки, в парашу. А это что за кнопка, кстати? Что она делает вообще? А-а-а. Понятно. Спиди-гонщик. Гонщик нелегальный. Профессиональный. Ах ты, черт, не получилось. А, нет, получилось, смотрите, ничего себе. Обалдеть, вот это да. Зря я это сделал. Бля. Надо было вон туда пропоноситься. А я не туда пропоносился. Ёптель-моптель. Не туда, чувак, я пропоносился, к сожалению. Так, ну-ка. Отойдем. Пи-п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 и. Так, еще раз попробуем подобное что-нибудь сейчас реализовать. Опа, не получилось. А тогда получилось, кстати, а? Да, что ж такое? Зараза. Так, ну ладно. Пойдемте посмотрим, хоть что у нас там дальше. А, ну понятно, что такого. Скажите, какую фигню я занимаюсь, да? Вот можно было просто вот подойти вот сюда, стрелять вон туда, и все. А я опять каким-то, не знаю, мазохизмом занимаюсь самым настоящим. Кошмар, просто кошмар.
Это просто кошмар, дорогие друзья, у меня нет слов. Опа, погодите-ка. Сгонщик нелегальный. NPC-портал. NPC-портал, вернее, портал. Все, пошло не так. Ну-ка еще разок. Упс. Ну ладно, еще одна попыточка. Так, а на этой штуке можно подпрыгнуть как-нибудь, я не знаю, под конец? Ага, можно. Надо просто пораньше, так сказать, нажать на Space и все. Так, ну окей, хорошо. Нифига он не прыгает, я не знаю почему. А может вообще не надо прыгать, кстати, я не знаю. Просто, по идее, идеальный вариант это прям вот под конец прыгануть, типа, да? И все. Чтобы высоту дополнительно набрать, потому что как раз-таки высоты не хватает. Но может прикол в том, что не надо прыгать как раз-таки? Да, не надо прыгать. Не надо, чуваки, прыгать. Не надо. Ну все, по идее, готово. Ясно. Эмоциональные всплески требуют больше 1,6 вольта. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. Но спокойно. Так, окей. Все скрипит под ногами вообще. Дичь. Так, подожди. Как разбегусь и прям в говно окунусь. Так, ну вот опять заметил то, что у меня там громкость понизилась. Капец, блин. Надоело, на самом деле, эта шляпа. Надоело, да, дико. Что-то сама по себе громкость микрофона прыгает туда-сюда. Это бесит, если честно. Так, ну ладно, поехали. Упс. Не знаю, может как-то попробовать. Как туда попасть-то можно, я не знаю. А, вот оно чё. Вот оно шо. Блять, не то на... Черт возьми, да что ж такое? Постоянно эти гребаные порталы путаю. Стой. Погоди. Да. Так, окей. Астронавт, герой войны и олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, слушайте, эта штука называется лифт, а не туалет. Что? Клянусь, я его знаю. Ты знаешь его, а он знает тебя. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. 60 баксов это маловато. Вот 60 миллионов, вот это уже да. Ну хотя бы 60 тысяч, я не знаю, ну что это такое. Так, вот здесь уже что-то прям такое, прям, не знаю. Что-то напридумали.
Непонятно чё. Да уж. Вот это да. Так, ну... Ёб твою мать, что они здесь напридумывали? Обалдеть. Так, ладно, поехали. Потихонечку изучать все это дело. Всю эту добру, так сказать. Так, это получается, вот я сейчас иду вон туда. Потом прыгаю и попадаю... Хрен знает куда попадаю. Но... Можно как сделать? Можно сейчас, допустим, найти какую-нибудь местность, обдристать ее, разогнаться на этой местности, но такой местности здесь нету, к сожалению. Вообще никакой. Ладно, короче. А, нет, есть. Вот это. Ха. Ну да, то есть получается разгоняешься вот так, потом вот в эту дырку и туда. И потом с помощью синего геля попадаешь уже непосредственно за ящиком, но... Такой вопрос, а как... А, все, вопросов нет. Все, обдристали все это. Ну, поехали, что, попробуем. Чем это все закончится, добро. Ну да, нормально, нормально. Вот, дерьмо. Сейчас, по-моему, оно сломается, а? Меня терзают смутные сомнения. Кнопка у нас там находится. Что за кнопка? Что делает? Ни хрена себе. Ну и какой гель туда нужен, давайте думать. А, получается... Скорее всего, синий. Туда нужно забабахать синий гель, чуваки. Да. Ну, блейд, вы напридумали, блейд. Конечно. Надо было побольше обдристать, но ладно, я думаю, так хватит. Так, теперь мы идем вот сюда. Погодите. Все, поехали. Нет, куда поехали, подождите. Ах, сволочи. Ой, ладно, короче. Let's go. Должно получиться, наверное. Да? Бинго. Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволит нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Себя разбери. Новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Интересно, что они там засунуть собрались. Такое. Главное, так говорит, будьте как новенькая. Блин, чувак, тебя шрамы вообще не интересуют? Благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку и человечество. Тебе бы, чувак, что-нибудь протолкнуть, я не знаю, поглубже твою глотку вещи, и другие всякие места. Хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Кэролайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы, мусор?
какой же он мудак, а? Просто фу. Бля. Надеюсь, ты сдох в мучениях, козел. Да. Плохой звук какой-то был. Pump Station Gamma. Ёптить, нифига себе. Гамма. Блин, ну конечно, карты здесь просто муа. Просто обалденно. Кэролайн, 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 откуда я знаю эту женщину? Я убила ее, или... О боже. Слушай, ты отлично справляешься. Можешь пока поработать одна, мне надо подумать. Думай, ради бога. Ладно, ребятки, давайте на этом моменте пока закончу. Вот такая вот у нас небольшая серия получилась. Там что-то уже все обдристано, как я вижу. Обалдеть. Ладно, ребятки, не забывайте ставить лайкосики обязательно, да? Обязательно комментируйте там, что-нибудь пишите комментарии, потому что, как вы знаете, комментарии проталкивают видео в топ, можно сказать, да? И так далее. В общем, чуваки, всем пока, удачи. Пока-пока.